Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их биографией. Людвиг Шельфхаут, голландский художник, график, работал керамистом, ювелиром, художником по стеклу и дизайнером мебели. Данных не очень много, данные из переводной Википедии, из каких-то источников, которые я нашел в интернете. Ну вот все, что есть. Его дед Андреас Шельфхаут был известным художником-пейзажистом. Мать была известна как дизайнер крестильного платья принцессы Вильгельмины. Людвиг учился в школе прикладного искусства в Харлеме. В 1900 году уехал в Германию, где работал маляром и пианистом по вечерам. Вернувшись, он работал художником в мастерской Теофиля де Бока. В 1903 году переехал в парижский район Монпарнас. Общался с несколькими художниками в Париже: Мондрианом, Тертом, Питером Альмой, Якобом ван Хемскерком, Анри де Фоканье, Агюстом Эрбином и другими. В 1913 году Людвиг Шельфхаут вернулся в Нидерланды и поселился в Хилверсюме. Это небольшой городок в Нидерландах на востоке провинции Северной Голландии. Женился на философе Альбертине ван дер Мелле в 1914 году. В 1927 стал католиком. Умер в 1910 году. Вот то немногое, что удалось мне узнать из интернета о голландском художнике и графике Людвиг Шельфхаут. Пока-пока, смотрим работу.